Можете пофотографировать, пока поближе подойти немножечко. Я даже подержу для вас кнопочку, чтобы вы могли получше снять. А пока мы варим карты памяти, хочется коснуться второго момента надежности. Давайте попробуем карту памяти формата Compact Flash уронить с большой высоты. Для этого мне потребуется помощь моего ассистента. У нас есть несколько воздушных шаров, которые мы сейчас запустим на веревочке, конечно, но запустим высоко-высоко. И при помощи еще одного космического устройства мы попробуем сделать так, чтобы карта памяти с этой высоты упала.